себя преступниками. В общем, мы ездили в торговый центр, в закрытый торговый центр. Мы там не работали. Просто я взяла себе пряжу, чтобы, в общем, занять себя чем-то дома. Заодно вот снимаем город. Ну, вот смотрите. Мы ехали туда. В общем, наши наблюдения такие, что детей практически нет. Так было, по-моему, двое детей у какого-то магазина без сопровождения взрослых. И в основном пожилые люди на улицах. Людей нашего возраста практически на улицах нет, потому что они или работают, или действительно сидят дома. А вот пожилых очень много. Ну, из тех, что есть на улицах людей, в основном вся масса – это пожилые люди. В общем, я не знаю, как им это все донести, чтобы они придерживались мер предосторожности. В общем, все сложно. То есть буквально вот каждый человек, если его рассмотреть, это или бабулечка, или дедулечка. А так, смотрите, вот магазины, конечно, все закрыты. Стоматологический вот кабинет закрытый. Работают только продуктовые магазины, аптеки. В нашем торговом центре аптека тоже закрытая. Там не стали работать. В общем, город соблюдает меры предосторожности. Я не знаю, как администрация работает. Нет, наверное, это работники МВД. Но вот еще что хочется сказать. То, что вчера служба была в церкви у нас. Я слышала, как патриарх Кирилл призывал верующих молиться дома, не приходить в церковь. То есть в Москве, я так думаю, наверное, закрыты. А у нас вот вчера молебен был. Был в церкви. В общем, сами делайте оценку происходящему. Ну, тут, конечно, уже и нет магазинов. Но то, что вот в центре все закрыто. Не знаю, как на окраинах. А сегодня утром еще открыли новости из списка. Сначала был список разрешенных к открытию магазинов, там были автозапчасти. Сегодня их исключили из списка. То есть они, наверное, сегодня последний день, кто еще не знал, работает. А? Табак еще исключили, да. Если кто-то вот просто конкретно магазин табаком занимается, им тоже, значит, нельзя работать. Ну, много чего исключили. Садово-огородные вот эти вот магазинчики тоже все. В общем, только предметы первой необходимости и продукты. Ну и лекарства. Ну вот так. Не болейте. Берегите себя. В общем, мы опять включили камеру. Это полбуханки черного хлеба. В общем, мы заехали за хлебом. Черного хлеба нет. В Адмирале утром тоже никакого не было. В Адмирале Сергей утром тоже ездил, нет хлеба. Хлебзавод не успевает, что ли, печь, я не понимаю. Или они сократили объемы, или все сидят дома и больше едят хлеба. В общем, я не знаю, как. Короче, вот. Нам эти полбуханки, нам только на обед. Все. Вчера у нас буханка ушла целиковая. Ну, за весь день. Все-таки 8 человек. Короче, вот так, товарищи. Ой-ой.